Всех приветствую на прохождении Земли Викингов. В прошлой серии мы ровно на этом же месте с вами остановились. Предлагаю сегодня начать с древа жизни, с древа исследования. У нас много очков. Можем с вами что-то прокачать и дальше развивать наше поселение. Так, давайте, наверное, начнем мы с вами... Что здесь будет? Шахта. И ты кто? Понял. Давайте, наверное, изучать. Вот, хорошо. Пока здесь дальше мы ничего трогать не будем. Но чтобы постепенно мы понимали, что у нас с вами открылось, что у нас с вами добавилось. И давай смотреть. В лачугах ничего, да? Склад, рынок, склад. Амбар, ячмень. Тоже ничего нового. Птичник есть. Изготовление. Так. Дровяной сарай это у меня было. Каменотес. Угу. Потом шахта. Шахта. А где у нас шахта с вами может стать? Так, что-то мешает поблизости. Хорошо. Шахта, шахта, пивоварня, каменоломня. Ага, вот ты как. Вот ты как выглядишь. А где у нас вход будет? А вход у нас вон будет. Так, да, давай, наверное, сюда поставим. Потом нужно будет дорогу как-то провести. Только как ее провести? Наверное, смогу я сюда же вывести, правильно? Да, давайте, наверное, дорогу мы сюда вот таким вот образом выведем. Я понимаю, что они ровно. Но по-другому здесь никак. И она, по-моему, куда-то вот сюда пойдет. Так, давай делаем приоритет. Ускоряемся. Может, здесь мы камни будем производить с вами? Недалеко, как думаете? А можно мне это дерево вырубать? Может, реально здесь камни будем делать? Каменотес. Ну, чтобы они сразу здесь это и выполняли. Как-то вот так. И сюда тоже. Давай посмотрим. Либо к деревне ближе. Так. Хорошо. Каменотес у нас есть. И что еще? И шахта. А шахта... Поблизости нету. А где у нас тут не поблизости? Что-то мешает. Что-то мешает. Ага. Вот оно даже как. Погоди. Погоди, погоди, погоди. Железо. Железо, да, ты будешь добывать? Давай, наверное, тогда вот сюда тебе. Куда-то поставим. Да, и нужно будет... Тоже вывести тебе дорогу. Так, давай пока мы с этим, наверное, и займемся. Нет, не займемся, нам мешают деревья. Можно тут деревья вырубать? Можно ли вырубать тут деревни? Да, это деревья. Так, давай делаем вот таким вот образом, наверное, да? Вот сюда. Все, отлично. Потом это все мы соединим. Когда они закончат строительство. Что у нас тут работников? Два человека. Может, еще одного добавим? Нам сила, да, по-моему, нужна будет. О, всего три человека. Теперь должны работать немножечко быстрее. Так, что у нас тут с полями? Посадить ячмень, пшеница. Хорошо. Здесь у нас склад переполнен. К сожалению, склад у нас заполнен. Еще один строить я не хочу. Я пока здесь, наверное, не вижу в этом смысла. Из-за того, что мы не изготавливаем с вами сейчас пока здесь еще одежду. Когда начнем, склад потихонечку будет у нас
уменьшаться в ресурсах. Ну, у вас кожи сильно много. Окей, давай дальше смотреть. У нас есть 7 очков. Так, ты кто? Верфь. Вот это настало время для отплытия. Но сначала нужно построить верфь. Давай построим верфь. И давай построим дом ткача. Изучить 3. Ага, не могу. Хорошо, давай смотреть на верфь, как она выглядит. Море, море, море. Верфь, не хватает серебра или золота. Угу. Серебро, да? Нам нужно 50. 50, 50, 50. Хорошо. Давайте тогда заканчивать здесь. И посмотрим, посмотрим, посмотрим. Что у нас тут? Шахтеры работают быстрее. Шахта, шахта. А здесь у нас, я так понял, будет добываться железо, да? И это как его... И уголь. Здесь вы можете строить шахты. Они расположены гор. Железные и угольные шахты можно распознать по их... Ага. То есть я буду либо камень, либо уголь добывать. Но мне опять же нужно, чтобы они это все построили. 144 доски. А у нас хватит досок? 68. Так, ребят, что у вас, материалов хватает? Да, вроде бы немножко хватает, да? Угу. Я надеюсь, что это вы их рубаете. Так, 47 монеток есть, хорошо. Сейчас подождем до 50 и попробуем верфь с вами построить. Мне реально нужно было, знаете, что с вами сделать? Вот этот вот дом ткача, чтобы мы смогли одежду для наших жителей на зиму делать. Потому что из-за этого они болеют, умирают и все. И у нас нету кому работать. Блин, а почему они так медленно это все носят? Работники, работники. Но еда у вас есть. У меня еды очень много, чтобы вы понимали. Еды реально много. И мясо, и хлеб, и рыба, и все есть. Так, дилемма правосудия, будущее преисполненным. Ага. Пусть отправляется в изгнание, станет калекой. Пусть отправляется в изгнание. Калеки нам здесь не нужны. Я так понимаю, они не будут у нас работать, а нам такое не нужно. Так, что по поводу шахты? Изготовление, шахта, шахта, шахта. Может, 2 штуки построить, как думаете? Одна будет у нас уголь добывать. Либо сейчас посмотрим. Нет, главное, чтобы оно сейчас построилось. И посмотри, если мы там сможем с вами назначать конкретно, что мы будем добывать либо железо, либо уголь, то нужно будет 2 штуки сделать. Ну, вроде потихонечку. Ага, 4 есть. Отлично. А нам нужно сколько? А нам нужно 5. Блин, еще бы одну, и было бы отлично. Так, заморозки, да? Не успели. Такое тоже бывает. А вы дома мне не хотите достроить? Нет у вас такого желания. Ладненько. Что тут? Так, 116, отлично. Еще немножечко, и мы достроим. Да, такие постройки у нас долго идут в строительстве. Угу, у тебя дома нету. Так, я же тебе всего вот назначил домик. Ну, вот 4 штуки ты можешь построить себе. В чем проблема? Заканчивай строительство. И живи, радуйся, правильно? Так, нет занятых строителей. Ага, вот есть. А куда ты пошел? А, ты пошел мне шахту делать. Во. Пошло, да? Да, пошло. Давай, наверное, мы тут сразу дорогу с тобой проведем, либо не сможем.
пока место не достроишь, да, мы не сможем дорогу сюда вывести, я так понимаю. Хорошо, сейчас подождем, пока место не закончат. Так, таинственное растение. Мы обнаружили ранее неизвестный вид растения. Хорошо, довериться знаниям и добавить растение целебной смеси. Давай добавим. Но если наши жители начнут кони двигать, то это будет печально. Так, можно немножечко чуть-чуть быстрее? Хотелось бы в этой серии закончить строительство. Так, у кого-то там дома нету. Хорошо, склад переполнен. Это что у нас тут? Ага, пиво. Пиво переполнено из-за того, что у нас нету места на складе. У нас будет место на складе. Да-да-да, му-му-му. Когда мы сможем с вами шить одежду... И тогда здесь кожа будет уменьшаться, и все остальное будет прибавляться. Давай, ребятушечки мои хорошие, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще немножечко. И нужно будет продолжить дорогу. Ты что, уснул тут? Серьезно? Ты на улице заснул? Бля, какой молодец. Во, давай, заканчивай. Давай. Есть, отлично. Давай смотреть, сможем ли мы дорогу тут провести. Можем, да. Отлично. Давай назначаем одного работника сюда. Пока месть пусть работает. Я думаю, в принципе, намного здесь и не нужно. Так, и здесь тоже, давай, наверное, приоритет тоже сделаем. Так, 25 и 40 камней у нас есть, у нас 70 камней осталось. Ну, надеюсь, они... Здесь же будут добывать камни? Да, вот здесь будет добывать камни себе. Пока есть больше одного работника, не вижу смысла, из-за того, что не знаю, сколько у меня, в принципе, людей свободных есть. Мало ли нам пригодится где-то... Ага... Это что такое? А, это поле, понял. Мало ли где-то здесь нам пригодится это все. Наши работники. Сто пятьдесят камней. Не понял. Это чтобы мне построить... Шахту мне надо 150 камней? Ой, серьезно? А что так много? Ну хорошо, давайте добывать. Я просто не знаю. Эти камни с этого склада будут засчитываться, либо нет? Где еще есть камни? Вот еще есть камни. И вот еще есть камни. И сюда давай. Хорошо, давай заберем все камни, которые у нас тут есть. Тебя тоже. Просто написано то, что у меня сотка. Ага, сотка камней, 120. Во, отлично. И тут, наверное, тоже плюс-минус такое же самое количество. Нет, тут 15. Тут 15. Сильно громко вы что-то добываете их. Так, а у нас не хватает все равно, да? Еще одного. Я реально хотел бы им бы... Хотел бы им бы делать одежду. Из-за того, что они мерзнут зимой. Блин, возможно, когда мы выполним какое-то задание, либо построим здание, нам дадут это все. Вот вроде у нас три рабочих. Что вы? Строитель, да. Счастья у тебя мало. Почему у тебя счастья мало? Что случилось? Мерзнут. Ага. Понял. Ну, ребята, ничего не могу сделать.
мне не хватает реально одной штучки, чтобы начать строить метки. Как эта штука называется? Дом ткача. Ой и ах. Ну, тут ничего не поделаешь. Реально ничего не поделаешь. Знал бы, конечно, я бы себе пэтки не улучшал бы некоторых моментов скорость. Вот тут жители работают быстрее. Ну, нам надо эта штука. Реально нам эта штука надо. Блин, реально огромное древо жизни. Тогда вот эти вот незначительные мы с вами изучим чуть позже, когда у нас будет с вами одежда. Тогда уже можно будет это изучить. А пока есть как-то так. Так, давай, немножечко быстрее. 65-70, ага, то есть ты по 5 камней, да, носишь? А ты у нас работаешь, молодец. Молодец, умничка. Так, еще немножечко. Так, ты кто? В поселение прибывают чужаки. Вы получите славу. Давай впустить. Не знаю, хватит ли им домов. Тут, по идее, у нас... Так, это что такое? Что с тобой? Корабль необходимо починить. Мы его починим, когда мы с вами верфь построим, да? Ага, вот верфь. Как думаете, как мы будем с вами размещать верфь? Предлагаю здесь, давайте рыбацкий хижин у нас будет, а верфь мы поставим с вами. Может как-то вот так вот. А что еще здесь у нас будет? Так, торговая пристань и военная пристань. Ладно, давай, наверное, верфь можешь сюда. Тут же дороги у нас влезут потом, по идее. Либо здесь мы потом торговую пристань поставим. А тут военную, не знаю, посмотрим. Так, ладно, давай, наверное... Честно, не знаю. Давай сюда. Хотя больше туда, больше не... Больше, больше, да. Больше, меньше. Меньше, больше. Туда больше ничего не влезет. Ладно, пусть будет здесь. Давай. Делаем приоритет. Нужно будет потом дорогу вывести. Как-то вот так, наверное... А по-другому тут никак не сделаешь. Сюда же к нам же рыбацкие хижины. Да. И к ним мы сможем вывести дороги. Они как раз мало места занимают. На крайняк, если у нас будет мало рыбы, можно будет это сделать. Ребят, вот дома, стройте. Не нужно жаловаться, а просто стройте. Так, давай. О, достроили. Хорошо. Открыто-закрыто. Шахта для добычи угля и железа. Железо. Открыто. Что у нас? Сила нужна, да? Силушка богатырская. Давай тебя. Заменить работников. Так. Обещать новые дома. Единственное, что я не могу понять, почему... Почему здесь нельзя выбрать? Либо она сама будет выбирать, что ей добывать. Уголь, либо железо. Как думаете? Так, давай посмотрим еще. Изготовление шахта. И тут у нас что-то есть. Вот в эту сторону. Может, это то же самое? Как думаете, мне что-то мешает?
что мне мешает. Мешает дерево. Может, это и есть уголь? Вот это вот уголь, а то у нас с вами железо, насколько я понял, да? Хотя по цвету вроде похоже. Шахта для добычи угля и железа. Блин, а где мне... А что такое? Я куда-то нажал? Да, я куда-то нажал, у меня игра подзависла. Ну, надеюсь, сейчас разлагает. Прикольненько. Я сломал игру. Ну все, игра, отпусти меня, пожалуйста. Ага. Так, уголь, 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 железо, статистика. Ладно, все, отпусти, 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 отпустил, да? Хорошо, угу, здесь у меня нету работника из-за того, что, наверное, зимой замерз, да? И ты давай тоже тебя одного сюда. Есть, отлично. Здесь открыто, здесь закрыто. Все. Сейчас отправимся на поля. Так, посадить, посадить. Хорошо, нужно будет потом собрать урожай. Верфь выстроить. Приоритет. Да, надеюсь. Что я хотел? Я хотел построить ткацкий дом. Давай. Изучить. Хорошо. Ткацкий дом, наверное, у нас будет где-то с вами. Это в изготовлениях, да? Дом ткача. Как ты выглядишь? Ага, ты большой. Давай, наверное, мы тебя сюда и поставим. Дом ткача. Как думаете? Пусть он тут у нас будет с вами. Дальше что еще там было? Кузница, дом ткача, мельница, шахта, каменотес, дом столяра, погоди. Угу, кузница, 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 нужно будет кузницу. Где наша кузница? Вот наша кузница. Вот таким вот образом, да? Наверное, давай вот тебя вот сюда. Да, а сюда мы... К примеру, потом либо украшение поставим, либо еще какое-то здание. Так, задача не выполнена. Ну, я извиняюсь таки, что я не выполнил, что у вас нету домов. Ну, решайте сами эту проблемку. Место для строительства вот-вот у вас есть. Так что давай, ребят, руки в ноги и идем строить. Сейчас мы давайте верфь достроим с вами. Хотя что-то мне кажется, что здесь кроме... камня. Что это такое? Камень и тесанный камень. Ага, тесанный камень у нас с вами 60, правильно? Ты же у нас работаешь. Да, указать лимит 200. Ну, есть, все, отлично. Я хотел бы посмотреть на складе. Склад, склад, склад. Железо. Железо, уголь. Уголь. А почему они не отправляют к нам на склад? Все, что они добыли. Железо 5 штук. М? Как думаете? Либо мне склад нужно до них туда нести, или у нас места просто нету. Хорошо, сейчас мы достроим с вами дом ткача. И по идее на складе появится новое место. Просто реально не хочу еще один склад ставить. Из-за того, что придется туда еще назначать одного человека. Либо построить. Не, не, подождем. Реально подождем. Подождем, подождем. Так, что мяса много, рыбы. Так это хорошо.
Тогда мяса и рыбы много. Что вам не нравится, ребят? Так, ну придется подождать, пока миссия верфи закончат. И тогда они смогут. Давай, наверное, знаешь, как мы с тобой поступим? Мы нажмем на паузу. Приостановим пока миссию. Пусть они мне закончат вот эти вот задания. Пусть это у них будет в приоритете. Вот там нужно будет что-то с домами думать. Либо сюда еще выводить дома. Делать примерно вот такие вот тут домики. Либо просто пока мясо не приглашай к себе новых жителей. Довериться интуиции. Ага, доверились интуиции и минус травник. Понял, больше этой интуиции доверять не будем. Походу мы отравили травника нашего. Да, давай, дом ткача. Так, что это за звуки? Ага, это наше поле поливается. Отлично, собрать урожай. Давай, пивчанское нам тоже нужно будет. Блин, какие же громкие звуки, когда ближе. Ближе камеру подводишь. Просто хочется посмотреть, как они будут настроиться. Вот так вот, давайте, наверное. Так, хорошо, еще 10 камушков и... Мы наконец-то начнем шить им одежду, и у них будет настроение хорошее. И негде жить, родственник умер. Ну, с этим я явно не могу помочь. Вот новый домик я там могу построить, а вот воскресить твоего родственника, увы. Так, 200 монеток у нас здесь, отлично, хватит на другие постройки. Сейчас как раз посмотрим на складе, по идее должно будет место больше быть, потому что они сюда будут ресурсы приносить. Если нет, придется строить еще один склад. Ну, тут ничего не поделаешь. А что за нагнетающая музыка? Это что такое? Это нас кто-то атакует? Звуки слышите какие-то? Дом горит, ребят. А дом потушите, пожалуйста. У нас вроде колодец должен доставать. А, все, минус наше поселение. Правильно я понимаю, ножишка. Даже так. Прикольно. Не, конечно, не прикольно, но... Ну, допустим. Так, лачуги. Окей. Надо будет новые лачуги доставить. Ну да. Ну, тут ничего не поделаешь. А что мешает? А, вы сами их построите, понял. Блин, прикольно. Так, вот, дом ткача наконец-то открыто. Вот тебя вот давай сюда и тебя тоже вот сюда. Все. По идее теперь на складе должно быть больше места. Сейчас посмотрим, шкуры должны будут исчезать. Постепенно, помаленьку должны будут исчезать шкуры. 161, да? Давай смотреть. Открыто, закрыто, открыто. Где тут шкуры? 166. Не понял. Изготовление. Зимняя одежда. То есть вы делаете, правильно я понимаю? Где посмотреть нашу одежду? Ну, судя по тому, что у нас изменился этот кью... Ага, склад опять заполнен. С
Склад опять заполнен. Так, зимняя одежда, приоритет, давай. Ткань, легкая броня. Угу, тяжелая броня, я могу запретить, да? Давай, наверное... Что это? Высокого качества, рубаха высокого качества, ткань. Сейчас, ребята, я сам еще не понял, работает ли наша система это, либо не работает. И поступает ли она на рынок? Или куда она сразу поступает? Мне негде жить. Ладно, давайте, наверное, сделаем вот так вот. Пусть изготавливает все подряд, правильно? Давайте, наверное, построим еще один склад. Я не знаю, нужно ли это делать, не нужно. Ого, сколько у меня людей без дома. Но сейчас тут 2, 3, 4, 5 домов достроят. Надеюсь, им хватит этого места. Не знаю, возможно, еще один склад нужно будет сюда ставить. Я просто не вижу, чтобы они сюда одежду носили. Возможно, они просто разбирают ее сразу. Я, конечно, на это надеюсь, что они сразу ее разбирают. Сложность изготовления 6, 8, 6. Блин, кто играл в эту игру, кто знает, они изготавливают, либо не изготавливают. Почему здесь не появляется? Почему у меня уголь не появляется? Почему у меня железо не появляется? В чем проблемка? Что я делаю не так? Может, им реально здесь склад нужен? У меня есть 15. А ты носить не будешь, да? Правильно я понимаю? Может, нужно склад еще один поставить? Это здесь, вы думаете? Склад. Может, реально сюда склад еще один поставить? Чтобы они сразу сюда его носили. Пусть будет, я не знаю, нужно это будет, не нужно им. Пусть там тоже склад будет. Вроде дороги соединены. Вроде они ходят туда. Зимняя одежда. Как посмотреть, есть ли у нас с вами сообщение, задачи, управление? Нет, не то. Есть ли у нас зимняя одежда с вами? Так, ну еда-то у нас с вами есть. А вот рубахи, пиво. Вот, пиво появилось. Возможно, просто не хватает места на складе. Да я так вот еще бочками заставил все, увидите, чтобы увеличить этот склад. Давай еще пару бочек поставим. Может, поможет? Давай еще бочек поставим. Может, больше места будет, и они начнут... нести туда одежду, как думаете? Так, давай смотреть. 400 есть, хорошо. Во. Видели? Одежда появилась. На секундочку появилась одежда. Ага, отлично. Так, давай тебя назначим. Какой талант тебе нужен? Мозги, да? Мозги, хорошо. Ресурсы, уголь. Это что такое? Кожа. Железо, уголь, кожа, изготовление. Инструменты, оружие, щит. Блин, пока, если честно, вообще ничего не понимаю.
Ладно, ребят, давайте занимайтесь, наверное, строительством домов своих. Дерево у вас есть? Есть, да. Вот тут нам нужны рабочие. Ага, работники двое. Давай третьего назначим. Давай, ты сказал, назначим третьего. Вот так вот. Что не так? Угу, минус. Минус один. Это из-за того, что у них дома нету, наверное, да? Блин, я бы с радостью, конечно, меньше бы скорость сделала бы. А вы можете мне домик достроить, либо не можете? Или чем вы всем там занимаетесь таким важным, что вы не хотите строить мне домик? Ага, вы мне склад делаете, да? Хорошо, сейчас они доделают мне склад. Вот здесь. Потом отправим их делать дома. И потом нужно будет двери с вами достроить. Так. Хорошо. Нужно будет сразу сейчас сюда назначить одного человека. Может, реально он просто... Ага. Хижина-собирателей, да? У нас минус один человек. Угу. Так вот. Вроде пошло. Дело потихонечку. Сюда тоже приоритет нужно ставить. Везде нужно ставить приоритет. Просто тоже не хочется сильно много домов тут строить. И... Сами понимаете, карта маленькая, места мало. И чересчур сильно много домов тоже будет не очень хорошо, я думаю. Так, давай посмотрим на складе. Ага, рубахи, рубахи. То есть, я так понимаю, они по очереди, да, все делают? Это у нас приоритет, а это у нас обычное, да? Хорошо, если мы поставим вот так вот, будут ли они заниматься всем подряд? Во! Зимняя одежда, одна штучка появилась. Опа, и исчезла. Все, вроде бы занимается, по идее, должно быть нормально. Сейчас мы дома им достроим. Мы достроим тут им дома. И нужно будет, знаете, куда идти? Через древо развития. Вот в эту сторону, вот сюда. Смотри, автоматическая замена работников. Нужно будет идти. Так, жители ходят по дорогам на 5% быстрее. Это что у нас тут? Пришло время заняться торговлей. Нет, пока мест торговля меня не интересует. Вот, нужно будет вот идти сюда. Хижина, хижина. Во, откроются новые хижины. И, наверное, новые хижины, знаете, мы с вами построим вот конкретно в этом месте. Будет интересно. Чисто такой элитный райончик, да, сделаем. Да, что по поводу... Еда, еда, колодец. Нужно ли нам тут колодец ставить? Просто не могу понять, почему мы не можем здесь объединить колодец, понимаешь? Что не так? Если я сейчас здесь уберу дорогу... Сюда не влазит колодец. Хотя сюда мог. Просто если я сейчас уберу здесь дорогу, она не будет соединяться. Ставить его где-то здесь. Где у нас ближайший колодец? Дай посмотреть. Ближайший у нас вот тут находится. Не знаю, может... Опять же, если я сейчас здесь где-то его поставлю, у меня здесь рыбацкая хижина не влезет. Угу. А если... И она не будет захватывать, да? Захватывает, захватывает. Давай, наверное, знаешь, как мы сделаем с тобой? Вот. Так, вот сюда колодец. Раз. И сюда вот колодец. Два. Правильно?
Да, правильно. Вот этот вот домик будет у нас без воды, но тут ничего не поделаешь. Говорится, увы и ах. Так, давай смотреть по поводу кузницы. Уголь, железо. Она сюда не хочет его нести. Может, мне кузницу нужно было реально вот сюда переместить? В чем проблема? Почему ты не хочешь? Хорошо, давай добавим тебя еще одного человека. Может, из-за этого? Так, приближается суровая зима. Соберите урожай и подготовьте одежду. Понятненько. Давай попробуем. Ну, одежда вроде бы у нас пошла. Вроде бы одежда у нас пошла. Ну, почти пошла. Блин, хоть бери. Реально, хоть бери и ставлю. Сколько таких вот дом ткача. Так, раз, два, три, четыре, пять домов. Ставь 5 домов и делай чисто каждому по одной одежде. Хорошо, давай, наверное, мы с тобой займем. Так и сделаем. Реально так потом и сделаем. Пусть она делает зимнюю одежду. Приоритет. Нужно будет потом 5 домиков поставить просто, чтобы я понимал, что каждый занимается своим делом. Где мы сможем с вами домики поставить? Я думаю, можно будет перенести их вот в эту сторону. Вот так вот 5 штучек поставить. Ну, либо где-то здесь разместить. Так, все. Делай одежду. Легкая броня. Это ты, да, изготовляешь? Нет, не ты. Так, железо, уголь. А угля у нас нету. А угля у нас, к сожалению, нету. И я не могу понять, почему. Может быть. Изготовление. Шахта. Шахта. Дом ткача. Каменоломня. Пивоварня есть. Шахта. Может реально в этой шахте здесь железо. А здесь у нас уголь с вами. Как думаете? Обратите на цвет камня перед строительством. Ага. Реально, возможно, здесь у нас... Давай посмотрим. Это, конечно, будет очень далеко им сюда ходить. Это реально очень далеко им будет сюда ходить. Ну, что поделаешь. А дорогу я туда провести не смогу. Не, чисто физически я смогу ее провести вот таким вот образом. Просто здесь я хотел поселение свое строить. Давай посмотрим. Ага, вот. Сейчас они достроят. И если у нас здесь будет с вами уголь, я дорогу пока им сюда строить не буду. Пусть они просто уголь мне добывают и носят... Без дорог. Так, все. Все довольны. Всех дома есть. Все рады. Правильно я понимаю? Одежда тоже должна быть зимняя. В приоритете стоять у тебя. Давай добавим, наверное, еще одного человека. Да, сюда, чтобы быстрее это было. Вот так вот. Все. Давай изготавливай нам зимнюю одежду. Я думаю, когда наступит лето, она им не нужна будет. И мы успеем с вами наделать ее много. Так, пиво есть, рыбки нету, хорошо. Потихонечку. Так, давай вот сюда. Но мне самое главное понять, угольная шахта это либо нет. Так, что у нас здесь? 30 из... Ага, 35. Отлично. Только я не вижу здесь людей, которые этим занимаются. Так, ты кто? Прибыли чужаки. Не, пока мы впускать никого не будем. Я думаю, в этой серии точно не вижу смысла. У нас и так людей хватает. Нету куда их селить. Нужно будет посмотреть сейчас по поводу шахты. Так,
как плохо, знаете, что здесь нет возможности, к примеру, поставить дом исследователя какого-то, и чтобы он нам очки опыта добавлял. Так, что это такое? Метель. Метель будет суровой, да? Зима будет суровой, метель приближается. Хорошо. Ну, тут я уже явно ничего поделать не смогу. Так, минус один человек. Либо что это такое? Стой. А, не. Так, работники. Давай тебя и работник. Давай скорость тебя. Так, построить корабль, починить. Выбрать корабль. Автоматическая починка корабля. Ага, ремонт корабля. А я не могу сделать ремонт корабля из-за того, что у меня их нету, да? Построить корабль. Рыбацкая лодка. Строительство. Угу, прикольненько. А куда ты меня будешь отправлять их? А без понятия, да? Так, нужно будет реально... Ага, у меня 7 есть. 7. Ты на сколько стоишь? 6. Хижина. Да, давай, наверное, изучать. И нужно будет набрать 6 очков опыта. Я хочу автоматически, чтобы у меня рабочие здесь заполнялись. Собирали у нас на полях. Все. Сделать это автоматом. Потому что вручную я реально задолбусь это все делать. Так, что у нас тут по поводу угольной шахты? Строишься, не строишься? Или тебе реально нужна дорога сюда? 150 камней. Ага. Окей. Пусть сделают. Я, наверное, без записи посмотрю, если это угольная шахта. Будет отлично. Так, ага, рыбки хочешь, да? И рыбку съесть, как говорится, и мясо покушать. Так, у нас что здесь? У нас тут нету людей. Нужны таланты. Есть. Есть. Отлично. Все. Пусть будет вот так 4 человека. Тебе чего не хватает? Нет дров и угля для отопления домов. Ага, уголь. Но уголь у нас там строится. Так, отлично. Корабли у нас же 2 штуки. Нет. Не 2. А где еще один у нас корабль? Куда делся корабль? Алло, игра. Прочность, починка. Понял. Давай, наверное, а ну смотри, мы сейчас тебя отменяем, да? Как тебя отменить? Никак. Я хочу посмотреть, как чинить. Ремонт, автоматический ремонт корабля. Когда мы насобираем с вами 6 штучек, да, по-моему, мы сможем с вами автоматически его чинить. А сейчас придется на постоянной основе делать. А ну давай. Вот. Есть. Ремонт. Да? Отремонтировали? Пусть будет да. Пусть будет да. Все, мы отремонтировали. Мы молодцы. Построить корабль. Угу. Шикарно. Так, мне нужно будет сколько? 6, то есть еще 5. А где мне еще 5 найти? Я, честно, без понятия. Ты недоволен. Почему ты недоволен? Грустит. Угу. Грустный человечек у нас в поселении появился. Так, 150, хорошо. Ну да, ты пока мне донесешь такую метель, да, сюда. Это реально далеко будет. Так, ребят, давайте, наверное, на этом серию и закончим. Я сейчас дострою шахту. Без записи посмотрю, если это уголь, это будет отлично. Наши жители будут довольны. И дальше попробую как-то добыть очки опыта и прокачать. Качать вот это вот автоматическую замену. Не знаю, как мы это сделаем, потому что здесь за каждое выполнение задания нам даются очки опыта.
нужно будет что-то выполнять. И в следующей серии мы уже... Давай сделаем скорость поменьше. В следующей серии мы продолжим с вами развивать наше поселение. Ага, вот хижина, да? Смотри, лачуга, лачуга, хижина. Дом для одной семьи, хижина, хижина. Давай посмотрим, как она выглядит. Нет, ну это элита уже. Это реально элита. Я думаю, может... Знаете, что я хочу? Я хочу элиту... Вот тут где-то на острове поселить. Где у нас тут есть место? Где-то на острове. Может реально здесь где-то элиту поселить? Но это будет очень... Далеко им идти, а здесь могу. Тогда придется либо элиту вправо вести, вот в эту сторону, либо элитные домики делать где-то вот тут вот, как вы думаете. Ну давай посмотрим. Хижина. Смотри. Вот тут сделать вот так домики. Не можем, да? Можем, 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 можем. Много элитных домиков. Либо здесь начать. Что-то мешает. Посмотрим. Посмотрим. Хижина, хижина. А ну. Она будет через одну, да? Одну такую ставить, чтобы красиво было. Думаю, как-то так можно будет это все делать. Вот в эту сторону. Либо оставить эту сторону для строительства. У нас же в любом случае дальше что-то будет строиться. Так, ладно, разберемся. Все, еще раз всем спасибо. Всем до потом и пока-пока.